Еды нет, воды нет. Кошмар. Осталось у нас сейчас один на двоих сухпаёк с пацаном. И у Кирюхи тоже один на двоих с Булатом сухпай. Кошмар. А больше еды нет. Просто вчера попали под веселую раздачу. Вот. Одна машина безвозвратно. В нее прям залетела, она сгорела. И попали в КамАЗ с провизией. В КамАЗе вода была, сухпаи. Просто мы сейчас не видим смысла нахождения своего здесь. Да я У нас тоже, блядь, я не провианта у нас понимаю. нет, боезапаса у нас нет, солярки у нас нет на технике. У нас народу осталось, я не знаю, человек 40. Кошмар. Вот такой вот 21 век. Пиздец просто, блядь. Уже тут никто не надеется на какие-нибудь переговоры, терроры и прочее. Да, они уж там, блядь, поговорили ни о чем. Да ни о чем они не говорят, они ящики пиздобольные. А что вам вообще говорят насчет вот... Ничего. Вообще ничего не говорят. Вообще ничего. Кошмар. Вот кошмар. Все звонят и только там узнают, что там вообще происходит. Ну что, тут полный пиздец тоже происходит. Но не такой, конечно, как у вас. А что там у вас? Пепси-колы больше твоей нету. Асоса больше нету. Кого Макдональдса нету? больше... Ну, Асос закрылся, все магазины закрылись. Асос тоже больше твой. Одежда не продает в Россию. Пепси Заебись. больше с Россией не сотрудничает. Ну как, ну вот типа пока, но как на какой срок тоже непонятно. Маки закрываются. Все закрывается. Ну, молодец. Молодцы, начали войну. Молодцы. Просто все. Зара, Бершки, все закрылось. Просто все магазины такие, вот, которые американские. Нефть и газ больше не продается никуда. Ну, то есть ЕС все запретил, типа. Пожалуйста, приезжай. Чего очень жду. Мы тоже ждем, когда мы домой приедем. Мы тут уже все проклинаем на свете.